Сияние осьминог и субмарина нему. И безогляден курс в мотке широты плюс к тому, что в жизни есть в душе черно и небо. В кают-компании не глобус, а луна, с лицом таким, что возникает вода при виде голубого валуна. Да огонек сорокового года, лежащий на столе эпохи рококо, где по углам подсвечники на страже, где карта вечности и женское трико, что сорвано при грубом абордаже, соседствует с письмом о виде ЯКМБ с черновиком в помарках и пометах. Но этот натюрморт по сути и судьбе случайной растворяется в предметах. Скользнув по чашке с кофе и окурка на бесконечный телефонный счет между Нью-Йорком и Санкт-Петербургом.